2219 популярных видеороликов на моем канале на утро 30 июля 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube. Это, конечно, замечательно, потому что определить количество популярных видеороликов на моем канале практически невозможно для меня, потому что самих видеороликов много. 3 дня назад мой канал прошел рубеж 66 тысяч опубликованных видеороликов. Ну как среди этой массы определить, какие из них популярны, какие нет? Да никак. Но сейчас это и не нужно, потому что на YouTube есть агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию. Нет никакой необходимости считать, да, и определять. Остается только использовать эти данные, что я сейчас и делаю. Спасибо YouTube.